Добрый день, уважаемые подвохи. Наконец-то я получил свою долгожданную посылочку, которая шла с Нижнего Новгорода 16 дней. Посылочка от Дмитрия Мишина. Это носочки неопреновые 7-миллиметровые и рукавички, сшитые на заказ. Я так понимаю, у него в домашних условиях, но по отзывам довольно-таки хорошие и по качеству не уступающие магазинам. Смотрим. В руках у меня сейчас находятся носочки из неопрена 7-миллиметрового. Эти, как пишут у них на сайте, уникальные носки для тех, кто совершает переходы по пересеченной местности. Подошва выполнена из настоящего компрессионного неопрена Yamamoto, усиленная кевларом. Неопрен не протаптывается и не рвется. Верхняя часть носка из Yamamoto 38, 39, 40. Ну, это по заказу, надо оговаривать дополнительно. Превосходно сохраняет тепло. Подошва – это компрессионный неопрен Yamamoto, кто знаком с кевларом внутри, нейлор. Обтюратор 7-миллиметровый, снаружи голый, внутри нейлон. Анатомический крой подошва заходит на пятку, как видно, да? Для дополнительной защиты все элементы изготовлены, еще раз повторюсь, из неопрена Yamamoto. Вот обратите внимание, я его сейчас вывернул, да? Смотрим на то, как проклеены швы. Ну, вот здесь вот немножко замятие произошло, видимо, тогда, когда носочки лежали в пакете, в посылочке. Еще 2 недели пролежал. Ну, посмотрим, скорее всего, они выпрямятся. Вот здесь вот проклеен шов аккуратненько, красиво. Ну, тут немножко неровность выходит. Носочки мы посмотрели, теперь переходим к рукавичкам, смотрим внимательно. Рукавички снаружи нейлон, внутри открытая пора. На ладони снаружи спандура, внутри нейлон. Обтюратор из голого неопрена снаружи и с нейлоном внутри для одевания рукавичек под костюм. Цена таких рукавичек 7-миллиметровых 1600 рублей, 9-миллиметровых 1800 рублей. Чем мне понравились эти рукавички тем, что они очень мягкие, фактически, очень-очень мягкие. В них очень комфортно, когда одеваешь их на руку. Довольно приятно их выворачивать. Швы практически ни одного замечания по швам, как внешним, так и внутренним, у меня нет. Вывернул наизнанку. Следы клея, ну это мелочи. Посмотрим, как проклеено практически по всему периметру. Размеры сняты с моей руки. Это ширина ладони, длина ладони, длина указательного пальца, длина большого пальца. Практически по размеру. Припуск, я так понимаю, где-то по пару миллиметрам, потому как неопрен все равно обжимается и рано или поздно эти перчатки станут чуть поменьше. Сейчас я их надуваю и внимательно смотрим. Нигде воздух не пропускает. Выворачиваем обратно. Легонечко, аккуратненько. Рукавичку опять же. Легонько, аккуратно. Надуваем, и она под давлением, сами пальчики выскакивают. То же самое, что и приятно, в принципе, в этих рукавицах. Не надо очень долго мучиться их выворачивать. Сейчас мочим ручки и пытаемся их надеть на свои длинные ручки. Надеваются с небольшим дискомфортом, нужно немножко побольше воды наливать, чтобы руки были мокроватые, и тогда оденется получше. Я мало воды на руки набрал.
Сидят, отлично. Ружье держат. Хорошо. Пальцы не жмут, не указательный, не большой. В принципе, объема хватает. Обжатость руки хорошо, голым неопреном. Очень приятненько. Думаю, что на охоте будет тепло. В ближайшее время я их опробую и дополнительно потом сделаю отзыв. Вот сейчас смотрим, как пытаемся снять одну рукавичку другой рукавичкой. Так как двойной обтирации нет, довольно-таки легко. Костюм в обратную сторону вывернули. Рукавичку вывернули и снимаем. Все. Оп, аккуратненько. Ну и вторую. То же самое. Наверняка руки будут вспотевшие, мокренькие, и нормально они снимутся с руки. Смотрим, как я их буду одевать на ноги. Теперь очередь за носками. Еще раз смотрю, как они выглядят. Если анатомический крой, то есть на правую и на левую ногу, по-моему, он есть. Опять же, сверяю правую и левую ногу. Да, наверняка. Точно. И понимаю, что, видимо, правый на правый, левый на левый. Смачиваю ножку свою. И пытаюсь напялить носочек. Заходит он, в принципе, тоже хорошо. Аккуратненько. Огромная просьба не ругать меня, кто каким образом одевает носки. Я одеваю именно так. Вот чуть-чуть подворачиваю ногу. Нога у меня очень длинная, в принципе, не широкая. Носочек тоже шит по конкретно по размерам ноги, по ширине, по длине, по высоте, по ширине стопы, по плотности. У кого-то высокий подъем, у кого-то узкий подъем. Вот, я подворачиваю обтюрацию, и нога заходит как по маслу. Раз. И приятненько сидят на ноге. Оп. Все, прекрасно. Постояли, потрогали. Немножко поправили носочки. Ну все, зачетно. Рекомендовать ничего не буду. Это мое личное мнение. Я его не навязываю. Кто у Сергея уже заказывал и заказывает, и будет заказывать. Есть планы на то, чтобы заказать ему голый костюмчик. Но сначала куртку, потом штаны на следующую зиму. Очень интересно, как это будет. Как раз вот сейчас на сезон, на весенний, вот эти носочки и перчатки мне в пору. Всем спасибо за просмотр. То, что для себя здесь видел полезного, ну и идите на гидру.